Так, народ, кому-то... Ты разваливаешь тут, нет? Ты чё? Ладно, ты просто мне? Линкольн, да? Нет. Вот это кольцо кому-то нужно? Солара. По-моему, это нет. У Вары посмотрите, я линканул в рейд. Френдик, окей. Но мне не горит, потому что такое же падает, по-моему, с этого. Да я на продажу. Меня человек интересуется. Может, на Солярина повернемся? Нет? Чем? Фласки ДД. Я сопротивлю это. Испугался, что ли? Какое фини, что ты пьешь на это? На теле сопрот. Ну, я оставляю сопрот. Ну, типа... С этого срока. Я не перепиваю, если остается. Мне жалко перепивать двухчасовой сопрот, потому что он под... очень часто я, например, выхожу сразу из игры, да, после РТ, и на следующий РТ он у меня остается. Заодно на соляру и на сопрот. Я сначала инста пью, блин, весь инст. Сколько, кстати, сейчас сопрот стоит? 180 с чем-то. Примерно. А ДД фласка двухчасовая. Ну, двухчасовая только с алхимкой. Ой, ну, в смысле, ну, топовая, которая, драконий разум, там. Ну, 180. Если за значки. Нет, нет, не за значки, а которая такая нормальная. А, ну, где-то 300 голды примерно. 300-350 вроде. Может, 500? Нет, вот именно драконий разум. Не знаю, я последний раз когда видел, может быть, неделю назад. Вот, стоил, ну, 350, ты, наверное. Ты сейчас посмотрел? Сейчас? Ну, вон, видишь, Монрад пишет РДД 350. Фига себе, что такая разница. Они очень давно уже дешевые, драконий разум. То чувство, когда у меня в банке лежат эти драконьего разума, когда их почти по косарю покупал. Давайте. И думаю, что сегодня так тихо? У нас одноразового мага сегодня нет. Кислый. А кто сейчас на луче? Лёха. Угу. У меня этот котенок есть. Привол. Рот. Ну, давай я слышор напишу. Лёх, напиши просто что-нибудь слышор. Разрунить. Чтобы было видно. Эти ровы. На. Представьте, что это котенок. О, там чешка выпала. Чешка страшно, ребят. Чешку ролим, ролим чешку. Не переролить. Планета, ну, слабый. Ну, ты старался. Адмирал почти. А у кого эта чешка? Это... О. Уже у меня, спасибо. Изи, да? Коника, это РДДшная, ты не ролишь. Так она хасту дает, вот. А, блин, еще яды, да, это РДД скалирует, точно.
Это Лим авторитетом тебя задавил, да? А я отойду минуту на 2-3. Я дальнего заберу. Мне сейчас на секунду дойти. Кто на рублет? Да. Таунтите кто-то. Минус СС. Все тут. Ну я кидал СС, типа, заранее на босса, я не планировал тут умирать сейчас, на одном паке. Кому босс не нужен?
Мне не нужен. Слишком много желающих. Ставлю рыбу. Сделал пост. Четыре фонта стоите, как хотите. Заеб. Если можно, сейчас люди присуманятся, ребав дайте. Ваги еще нет в рейде, подождите. Таска будет. Продам сопрот за 200 голды. Монород, ты в седьмой пати. Скорей, скорей. Ну ладно, продам по скидке за 250. Нормально. Девка, только для тебя. Столько сегодня. Сопрот 1000 голд. Специальное предложение. Ну чё там база? Скоро нет. Ждать два. Через час нужно где-то будет скоро уходить. Все, все, вазы тут. Дайте ребаф каску по локам, пожалуйста. А, все есть. Вага, вон рыбка стоит, смотри. А народ не выходит. Вышел. Либо готов. Вага, переоденься. Все, короче, все готовы. Готовность. За ромбиком ты бегай. Все стоят во время босса. Ребят, ромбик-то бежит уже? Нет, а ты тут в сове мог. Я думаю, так проще. Не мота. Но если адмирал заслакает, то нет. Да там не в том дело, там в пету. Баба близко встал. Нет, там в пету улетел это. Смотрите за пету. Тому же совей здесь умру. Киросгорн с Локи. Немота была. Бабу, сделай два шага назад.
Мы уже бьем. Ваги. Ваги своя есть. Много уба. Войден. Кому надо полное? Полностью снизить его. Блин, дали ему, да. Подали ему. Войду поднимаю. После коста встанешь. Явная нехватка разбойника в рейде. Жажин кислорода подними. И так добьется. 10 лям. За куточку. 4 ханта и 1 рогом. Поднял. Маны 0. Не плачь, держи. А не орк здесь первый раз? Поднимите. Ханк, который новый. С вами, да. А у тебя ПМ включено? Что? У тебя ПМ включено? Да. А ты его читаешь? Ты мне, мне никто ничего не пишет. Ладно, проверь ЧС. У тебя Артемия в ЧСе? Этот. Да, Илья. У тебя русский, по-русски он не... Ну да, я сами в рейде. Вроде.
Короче, она тебе хотела написать, чтобы ты на раньше встал, где стояли ханты. Типа на сторону света. Чаще. Просто хотя бы раз напулить. А, да. Ну, на приличие, хоть разок можно было бы напулить. На плечи на мейнспе кому-то еще надо, нет? Ну вон там, видишь, что-то френдик радуется. Френдик. А, да, нужен, ну ладно. Двум человеком это. Окей. Так, я в салу спеку есть. Речи. Не, на трэш в дереве. Правильно, Лев. Кто будет прижимать чешку, если что? Нужно дать чеху пока допрожимать. В смысле, кто будет прожимать? Я прожимаю пока да. Нет, у Гевки чешка лучше. Правда же, Гев? Да. Ну-ка, покажись. У меня сильнее чешка. В смысле сильнее такая же? Нет, сильнее. Главное внушение, что она сильнее. Лёха, ПМ прочитай, пожалуйста. Каких замен нету до следующего? Все замены только если я решу кого-то заменить. Такого, что кто-то уйдет, не получится. А чё, шкафани давай с умнём. А прости, это... В смысле хант или нет? А, нет, это другой. Прости, это который шаман и прист. Шкафани типа блоки. Нет, там же тоже ник этот, прости, да? Или нет? Да, 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 тоже. Я сейчас сначала подумал, что... А, там проня, а не прости, что-то я перепутал. А, да. Там проня. Точно, то есть. Вроде же хант вроде. А, просто тот, который типа кисло назвал простая, да? Да, да, да. Да, да. Мы народ спекайся танка пошли, трэш. У меня френдик, но он уже вышел. Кстати, отмена, Войд спекайся. С твоим АУЕ станом будет намного проще. А Войд, босса не переагрывает в следующий раз. Там народ пишет, что он не в пати же. Он не заменит. Ты про Алара? Ага. Ладно, не буду. Танк появился. На Аларе. Я 4 ТП. Не спал. Танк. Чем интересно, что там за обзор. Чашку, чашку жмите. Быстрее. Мне хотел прости. Могу только лежа. Я поражал. Пианист, ты посмотрел ПМ? Жена, у тебя стоит символ на быстрое восстановление? Или не стоит? Что, опять ходы пропадают? Да вроде нет, просто интересно стало. Интересно, ему стало хиль давай. Вроде не пропадает просто. Самое, знаешь, что, блин, забавное? Смотри, если на... Не знаю, может, я, конечно, неправильно посмотрел.
неправильно разглядел. В общем, если висит на человеке моя хота, ну и вот получается хота второго друида, и второй друид, получается, изгликает быстрое восстановление без символа, моя хота слетает, а его хота остается. Надо, кстати, протестить это что. Если ты напишешь об этом на форум, они могут это пофиксить. Но у меня даже нет кожевничества. Не знаю, отдай кому хочешь. У кого есть кожевничество? Кожевничество? У нас на броне есть оно. Танталорус должна получать либо все эффекты, да, ну как бы наложение слетать, либо только одно. Там вообще чужие эффекты не должны трогать, по идее. Это как лог в Дестрике. Типа вот именно у этого, у Растрогроидов, по-моему, так и должно быть. Ну, то есть один дроид хилит уходом второго дроида. А можешь инкануть скилл этот, который съедает ход? Чё? Кирс, воронка! Ща-ща-ща. Ебать, промах. Да, ничего не поделаешь, он может съедать любое оружие. И вот типа было забавно, ну, забавно было, что съедалась именно моя охота. Понимаю, 75-ка. Понимаете, готовьтесь хилить. Гена зарядил чешку? Да. Чё, двойной удар? Или как там? Тройная чешка. Нажимайте. Генерал, не будет диспела в следующий раз. Если нету диспела, значит не будет. 5 секунд. Кстати, а эта штука с арче как-то фиксится, чтобы в комбате можно было арче делать? Да. Ну а типа у меня, поняли, рейд не открывается вообще вот этот лист рейда в комбате. Зачем тебе? У тебя слева должна быть типа такая полосочка. Через у тебя нее. Не открывается, потому что у тебя открыт аукционатор. Выключен. Понял, спасибо. В смысле, она с аукционатором работает? Ну, я выключаю аукционатор, открывается рейд, включаю, не открывается. Ну да, то же самое. А, ты имеешь в виду прям именно вот рейд через, ну, буковку О? Это вам да, да. Нет. Я имею в виду про вот эту вкладочку, которая слева под вашим персонажем. Ну, слева в углу. Мобы. Слева патруль. Не, обратно пошли вроде. Там бою, Амир. Чао. Я другие цели. Я раздаю. За Деда Мороза не убейте. Мозер, вонючка. Близко нету. Гена, где там БЕшка говорил? Не знаю, там где-то сзади было. Надо подождать.
Так, 2 минуты воды. Чё комбат висит? Без воды тяжко жить. Господи, как же они криво лежат. В смысле криво? Да там куча трупов, и что-то там в них лежит еще тоже, помимо этого. Я в один таргет беру, стопочкой. Ровно стопочкой лежат. А, понял. Я не вижу блешку. Бабло, бейте. Отомстите ему за БГ. Вага, я, короче, твой таргет взял, а у меня просто, знаешь, вот эти, типа, предметы, и просто пустая страница целая. Это нормально? Огненная глыба чего, уебит? У мобов вроде бы есть массовая. Что-то там дождь шаров, что ли, как так называют? Бага, хочешь поржать? Ну нет, ты шлакер, ты знала бы. Бихель. Урона что ли меньше стало? Читала бы не сильно бьет. Ну, потому что стан есть. Блин, Лёх, удали инженерку, пожалуйста. Чтобы иногда не успеваешь. Прожмет тапки и побежит. А потом нажмет бабл и все. Помню, проходили. Был такой уже. Бежал его хилить в РСке, а он просто бабл набрал. Каждый крутит. Но это было, блин, нечестно. Там стримец у Азгардов был, как вакханал этот. Протопалов 100 тысяч хп собрал. И Халион его с второй тычки ложил. Не знаю, как можно собрать так протопала, чтобы 100 тысяч хп и тебе Халион с второй тычки херачил. Вообще, Миша плохо играет протом. Он у него так... Если кого-то заменить. Может, он просто блок не нажал. Так, я думаю, что там мастерство они. А вот вопрос.
про вот этот парихаст. Он срабатывает от милликов тоже вроде. У миллика мозг отбьет. Он же срабатывает, когда босс уклонится или аспарирует. У милика в паре бывает, что в морду уходит. То есть, не свастаст. Босс-то бьет себя и... Урон-то идет. Урон-то идет по тебе, а не по милику. Миликам похуй, кого боже. Ну, миликам-то похуй. Я вот читал, что милики активируют эту херню. А бьет все равно. Так, я в сову. Барри этот. Да, от любого, нет, да. То есть хоть не, бит. Не в бред. Кому надо этот босс? Я. Я спрашиваю замены. Надо кому босс? Зачем тебе? А можно монород? Мне на келе. А, ему тринку, по-моему, отдаешь. Этот, который скрытом. Тринкет кому-нибудь нужен или нет? Который скрытом. Не сапфир, а другая. Талиму. Ты видишь, типа, он не берет. Так, ладно. Все здесь, все готовы. Че, поставь? Ну, как-то не надо. Так, короче, этот, в танках. Войт, ты в ДД спекайся, Нурглет и... Френзик, ты тоже в танке. Так, что, Френзик? Ты в танке. В каком танке? В обыкновенном, Мишке. ДД шмотя и Мишки. Трэш будешь сейчас. А, ну базар ноль, хорошо. Третий спек все сделали, так что все можно. Да, третий спек и есть. Не, я еще не сделал пока. Да, теперь не выкрутится, да? Так, а меня не зовут. Ты можешь сходить взять там чешку или что там танки носят? Да тут тебе трэш держать. Это страшно. Нет, будет помогать. На боссе же на руках, да? И так скрывать трэш. Как ты умеешь? Не, так в Т5 нормально будет. Увечьем бьешь, оно что магрит на себя. Типа нормально будет держать. Чтоб не скосили просто, я ж не танчил ни разу. Потому что... А ты дубовая, давай еще. Все, все здесь на позиции. Две минуты до Ерека. Поедем без нее. По готовности. Саями со мной контролишь. Вот бурстим по максимуму. Гасты не забываем сбиваться.
адмирал. Красиво. Дайте первое. Там ужас ты. Че, Геру на лос, да? Перебежали. Сейчас, когда выйдет босс, дадите его. Давайте. Снимаем побольше. Сложно.
череп не ковый. Стаканите. Два стакана. Блин, частенько, кстати, стало падать тренька. Это кислый же, наверное, не замечали, короче, то, что после накопления стаков кнопка опять не появлялась. Когда одеваешь Т5, нажимаешь клавишу P, появляется новая вкладка, вытаскиваешь обилки на панель. Ну, типа так, мне просто удобнее нажимать. Это просто странно было. Как бы стаки набрались. Ты опять что нажимаешь? Ну там книжки. Ты опять у нас, когда Да я понял. Стаки набираются, на экране, посередине экрана появляются. Это я знаю, где именно они должны добавиться. Нет, у нас сейчас сделали. Т5 одеваешь, появляется новый вклад. Да я понял, кислый, у меня такой же Т5. Где оно должно появляться? У софта является вот где вот на джайне обилка. То есть, в общем, ни черта нет. Ну и ладно. Шаманов тоже там же появляется. Готовы. Лёха, разреши я перезагружусь. У меня лагает, я ебу. Я скинул в Дискорд скриншот из доказательства. У меня комп почти месяц не перезагружался. Давай без. Всё, перезагружаюсь кнопки. Доказательство. Нет, ну блядь, скажет. Трэш идет, ребят, все нормально. Разбивается. Притяжка имеет как. Не сбилось. Слишком далеко. Садите назад. Патруль, да, рекса патруль будет. Звоните все нахрен. Или хотите лайк? Лёх, можно в Долоран на минуту слета? Пусть от трэша будет перекур. Боссу будет минуты 3 перекура. Или 3. Thank you.
Что, сложная цепочка квеста вот эта на третий спектр? Нет. Да не вчера уже... она была веселая, сегодня уже будет излишней. Как сказать, несложная. Да, вчера, блин, в кратере. 25 на 25. Dispel. Зайдите в мини-зону, стоит вверх. Диспел, блядь, где? Присты? Тут дистан подвесил. Этот рейд мне уже заебало, блядь, что. Кто не диспелит? Ни один ШПшка, блядь, ни один ДЦ. Ни меня, блядь, ни Нурглета, никого не... Он не имеет кнопки, а нахуй он на рейде. Если бы здесь продиспелили, то сколько бы людей не упало. Планета была после рейда? Ни один прист не молодец. Причем все присты выжили. Блин, умер. Кир готов хилить? Алёх, у тебя лутер, если что. Курс, я заберусь. Вот мой таргет. Дисплей. У меня возможно. У меня за этот трэш, если только смотреть. У меня тоже. Так, полный отчет, рассеивание. Ну вот это за весь рейд. Блять. Ну да. Вот это за весь рейд, что у меня есть. Где танков больше дисплея, чем больше. Два бесполезных. Пятое, четвертое. В рейде нихуя не делаю.
Ревностно сработал. Дало мне. Зато ты умрешь героем. Прибежал.